Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами поиграем в The Binding of Isaac Rebuild. Я поиграл в эту игру, минут 15, от силы. Собственно, я раньше смотрел прохождение, но Rebuild это какое-то переиздание, или дополнение, или еще какая-то беда. Не в курсе. Но, если вам понравится мое прохождение, то будем играть, что ли... Знаю. Давайте за Исаака. Или Айзека. Так, управление у нас... Ладно, разберемся. Ой, да. Вы уже видите, как замечательно я играю, поэтому эта попытка наверняка будет очень короткой. Говно лопнуло, а мухи не сагрелись, поэтому все в порядке. По крайней мере, я при деньгах. Не знаю, может звуку немножко прикрутить. Наверное, так будет лучше. Feels here. Да не знаю, давай. Ну, заебись. Пижамки. Все очень замечательно пока что. И мы пришли сразу же в комнату с первым боссом. Я не знаю. Наверное, все играли в The Binding of Isaac. Ой, ё-моё. Проклятые мухи. Лакса. Оу. Давай. Господи, блядь, Иисусе, ну... Сколько же можно? Так, ну что, тут пока ничего, давайте в большую комнату. Чё вы трясётесь-то? Вы плеваться умеете. Понятно. Да ладно. Ой-ой-ой. Опасные черти. Ой, блин. Просчитал меня, сука, такая. Слишком близко. Да, ё-моё. Да, эта попытка явно не из лучших. Да и к тому же, я не так уж и много в Айзека наиграл, чтобы сейчас прям выёживаться скиллом. Мне надо победить всех. Да он же конченый. О, нет, ну... Нет. Да, зря я бомбу потратил. Ладно. Что это такое? Лучшие таблетки. Рейнджап. Давай сюда. О, спасибо. Что здесь? Ключ можно. Давай. Не знаю, насколько это мне будет полезно, но в болевую комнату мы не пойдем, пожалуй. И все, у меня 3 хп.
особо каких-то айтемчиков на усиление, кроме рейнджа, нету, поэтому... Ну что ж, пойдем к первому боссу. Монстра. С тобой я еще не сражался. Ага, то есть пижамка-то жива. Ой, монстра, монстра. А ты опасен, аки дьявол, я посмотрю монстра. Хотя нет, дьявол будет поопаснее. Я смотрел прохождение дьявола. Это просто ад какой-то. Сущий демон. Хотя с крутыми айтемами даже он не проблема. Но тем не менее. Да сдохни ты уже, ну. Говнодемон. Так. Ложка. Скорость. Что ж, первый... Ого, как ты летаешь-то. Первый босс без проблем. Бам. Да, у Айзека судьба не очень. Ладушки. Целое сердце. Да, давай попробуем. Ясно. Ой, говнодемоны. Это маленькие говнодемоны, но все равно неприятно. Ты что делаешь? Успокойся. И ключ есть, хорошо. Блин, он летает так непривычно. Очень скоростной пацанчик. 5 монеточек. Хорошо. Замечательно. Что значит часы? Ну, Вики я не привык пользоваться. Привык все познавать на собственном опыте. В смысле в игре. Ага. Ладно. Испробуем. В комнате с боссом я думаю, испробуем. Нет, не сюда. Ой, пауки, 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 пауки. Не понял. Мне ничего не дали. Ой, еноты, блядь. Я не люблю енотов. Да блин, даже с моей скоростью не хватает, чтобы их заинвейдить. Ну, он и носится. Ладно. Пожалуй, пойдем за сердечком. Так, и что мне с вами делать, товарищи? Охереть. Если я вас выпущу... Блять, он меня окружает. Суки рваные. Хотя нет. Победоносной поступью. Мы разъебали их без лишнего шума. Это хорошо. Так, там оставалось еще две комнаты. Не знаю, насколько это целеобразно, потому что, ну, не хотелось бы всирать хп перед боссом, но я надеюсь, что там будут айтемчики. Давайте еще поиграем. Муха.
муха, это хорошо. Еще муха. Еще лучше. Давайте все деньги спустим, почему бы нет. Хорошо. Пойдем вот эту вот крайнюю комнату. Ебать! Ёпты! Твою мать! Блять, знал, что туда ходить не надо. Пизд... Ладно. Все хорошо, все нормально. Ничего не горит, ничего не дымит. Все в порядке. Пули над головой не летают. Че бздеть? Ларри. Ой, ебать. Ой, я ж помню тебя. Ты ж конченый. Поворачивай! Гнидая. Тварь. Че я насрал? Ай-яй-яй-яй. Нихера себе. Блин, а что с вами делать, дураки вы этакие? Хорошо. Ха! Нюп! Это было не особо сложно. Оп, оп, полная хпшечка. Damage и range up. Хорошо. Дамаг и дальность стрельбы увеличена. Сколько там? Дальность... Ну, нормально. Еще бы мне крутых айтемов. Было бы неплохо. Неплохо было бы. Ну ладно. Что есть, то есть. Так, а эти мухи что со мной, постоянные, что ли? Ладно. А я помню этих ебанутых. Ого. Карта выпала. The Vault. Что это значит? Давай нажмем. Потайнухи показывает. Хорошо. Че там? Там мини-босс. Че, пойдем к мини-боссу? Пойдем к мини-боссу. Ха! Тролль бомбы? Это забавно. Не приближайся ко мне. Блин. Придурок. Рейнджер. Зимун. А, я не знаю. Ой, пардон, не то нажал. Это, я так понял, потайная комната, да? Чё это пихкает меня? Это костер, что ли? Или это кто-то из вас? Признавайтесь, демоны. Не признаетесь? Ну ладно. Ох, мать ваша. Я помню этих мудацких экзекиасов. У них огромный рейдж. Они еще конченые такие. Да. Судя по всему, для меня уже все закончилось. Сердце всрать на только то, чтобы взять этот сундук. Я думаю, это не особо целесообразно. Ну, по крайней мере, с таким ХП. Да умри ты, ну. Так. Там комната с ништяком. А тут еще говнодемон. Да, сердечек что-то не выпадает вообще. Маска.
Ой, эта маска, по-моему... По-моему, она отражает капли. То есть, слезы. Когда у вас стреляют, вы можете отразить слезу. Я не уверен, конечно, но скорее всего. Ты чё, конченый, что ли? Успокойся. О, а я не знал. Ну ладно. Давайте рестартанем. А то попытка не задалась. Tool to touch. Не знаю, что это значит, но я думаю, походу разберемся. Сдохни. Ой, ты пердишь? Или это с меня? Ну, ладно, не знаю. Черт. Карта выпала. Ой, ёб твою мать. Не та кнопка. Пардон. Больше у нас нет бомб. Надо привыкать. Да ебать, что за херня с этими блинскими кубами фартит. Ладно, го к первому боссу. Опять Ларри. Сука, ненавижу тебя, Ларри. Я ненавижу тебя, Ларри. Ой, бля. А, это от меня все-таки, да? Ё-моё! Так, что это такое? ХП и лаки ап. Ха, хорошо, блин, контактик, упокойся. Я тут лазика играю. Что-то открылось. Не прочитал то ли челлендж какой-то, то ли еще какая-то херня. Но это и не важно. Перда. Да, ужасная ситуация. Офигенно. Опять кроты в лядке. Офигенно. Хорошо, секунду. Продолжаем. Закрыл чертов контактик, пускай не отвлекает. А то бесит реально. Давай, бадабум. Бадабум. Хорошо. Опять ключей нет. Опять кроты, сука. Обожаю. Блин. Да ёпту, я же уворачивался. Ты, Розина. Ну здорово, здорово, здорово. Так. А тут еще и босс. Ой, ё. По прямой ты страшнее будешь. Ой, сердце души. Это замечательно. Вот шутки в сторону, а сердце души это замечательно. Так. Вы, уёбки, мне знакомы.
особенно пижамки. Я вас в принципе ненавижу. Ох ты, ёб твою мать, я забыл, что ты взрываешься. Давай, ну... Блин, ну чё за говно-то, ну... Ебона мать. Просто... Просто все замечательно, ладно. Море, море комнат. С одним хп к боссу идти, это глупо. Поэтому лучше сдохнуть вот в этой комнате. Блин. Чем идти с одним хп к боссу в комнату. Ну ладно, сдохнул. Следующий. А ёпта. Какая-то бомб-комната прям. Так, ну немножечко монет, но жизнь за деньги не купишь, тем более магазина нет. Ну чё, надо идти к боссу, надеяться на чудо. Хотя сейчас мне будет какое-то чудо, типа всадника. Сейчас посмотрим. Не, монстра. Ну, не знаю, насколько это реально. Надеюсь, это реально. Пижамка, сдохни. Блять, не смей. Слышишь, не смей. Без шуток. ХП ап. Все, замечательно. ХПшечку подняли. Дальше идем. Говно подарок. Так, наш путь правый. Ясно. Не пойдет. Блюющий костер. Экзекиасы. Одна бомба. Ну что, пойдет и так. Личинки. Это халява, в принципе. Просто стой и стреляй. Ну, ну ладно. А, ну да. Как, чё это я? Ай, блядь, кроты. Чё и так? Про таких кротов я и забыл. Точнее, я про них и не знал, в принципе, но... Ладно. Ну и рейндж у вас, блядь. Пошли вскрываться. Точнее, вскрывать эти полсердечка.
уж, блядь, карнавал. Так. Ладушки, идем дальше. Босс. Бля. Конченые жуки. Бомба. И два сердечка, супер. Я вообще не понимаю, это ж пропасть, да? То есть мне туда можно попасть только если я буду летать, верно? Карту можно как-то посмотреть или нет? Ой, ну в жопу, давайте лучше сразу к боссу. Два сердечка тех несчастных. Если получится, то получится, не получится, так не получится. Вперед! Блин, ненавижу его. Он меня раз уже убил. Я его просто ненавижу. Да, вот почему я его ненавижу. Потому что его траектория почти непредсказуемая. Блять. Конечно. Ну вот, собственно, он меня и второй раз пригрел. Айтемов, как видите, очень мало, несмотря на то, что я дошел до третьего уровня. Ну ладно, так и быть, чё. Не знаю, зачем я сел играть в Айзека, но тем не менее, вот как-то так. Я могу напомнить, что это мой, считайте, второй запуск. Первый запуск я поиграл 15 минут, так что не знаю. Не знаю. Я смотрел, люди там играют часами, типа, и похуже бывает. Как-то так. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Если хотите продолжение, отпишитесь мне, пожалуйста, об этом в комментарии. Всем спасибо. Ну и до новых видео. Всем пока.